30 ноября по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялся форум «Открытая власть против коррупции». Как отметил губернатор, открывая встречу, форум необходим, чтобы выработать новые способы и механизмы, которые позволят обеспечить эффективное противодействие коррупции. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан идут во главе, но Московская область претендует на то, что все усилия будут направлены на недопущение сложных скрытых процессов, подчеркнул глава Подмосковья. Четвертого декабря в кинотеатре «Искра» города Видное состоится семинар-встреча главы Ленинского муниципального района Олега Хромова с населением. Приглашаются все желающие. Начало в 14 часов. Официальным талисманом клуба «Спарта» и компания стал кот Dream Тимыч. Именно так теперь зовут талисман команды. Сам кот был подарен главой района Олегом Хромовым на десятилетие клуба. А имя выбрали сами болельщики, проголосовав за имя на официальной странице клуба ВКонтакте. Приходите на домашние матчи «Спарты» во дворец спорта «Видное», чтобы лично познакомиться и сфотографироваться с Dream Тимычем. Второго декабря в Центральной библиотеке города Видное по адресу улица Заводская, дом 24, состоится творческий вечер дуэта баянистов. В программе произведения Баха, Скарлатти, русские народные песни в современной обработке. Начало 18 часов.